Великий привіт вам, вчитель. Дуже часто помічаю, як моя кохана людина холодно до мене відноситься. І ви при чому? Хоча я слідую вашим порадам і вказівкам. Як це змінити? Чи варто? Може, це не моя людина? Дякую за відповідь. Когда человек находится в спальне, он должен знать святой элемент жизни. Святой элемент жизни заключается вот в чем. Когда человек находится в спальне, кто-то один, и второй заходит в этот момент в спальню, то в тот момент, когда этот человек прикасается к кровати, или находится на кровати, или возле кровати, там, где хоть когда-то происходила близость, это место маркируется. Условно оно называется плюс вашей семьи. Этот плюс может стать плюсом, а может стать минусом. В тот момент, когда вы заходите в себе в спальню, или это диван, на котором вы просто живете, если это однокомнатная квартира, его задвигаете, вы должны знать, что это место святое. И это место святое, оно очень индексирует ваши отношения. Что необходимо делать? Если вы лежите на диване, и ваш муж зашел в спальню, вы должны сказать ему множество комплиментов. Сказать: ой, какой ты молодец, ой, какой ты красивый. Что делают люди, когда заходят в спальню? Они говорят: как мы устали, что они хотят? Что хочет человек, который плохо относится? Он хочет тепла, он хочет любви, он хочет доверия. Он хочет тепла, любви и доверия. Но он не может доверять. Почему? Претензии, потому что есть. Не до конца понимает, что вам можно доверить. Боится, что можно довериться. Понимаете, доверие очень важно. А что нужно сделать? Расположить человека. Я когда-то видел видео такое, один мальчик говорит: вот вы сейчас можете проверить свою женщину. Если она с вами не занимается сексом на протяжении одного месяца и ничего не хочет, это говорит о том, что она вас не любит. А это еще что такое? Боже, как это тупо. Секс — это праздник. И к этому так и нужно относиться. Каким образом? Вот я, допустим, лежу в спальне, и приходит моя жена, или сижу на диване, и моя жена проходит мимо. Я говорю: ай, какая ты красивая, и такие пальчики, иди ко мне на коленки, такое чудо, и ты моя ласточка, и ты моя... А если я там захожу и ее вижу, говорю: ой, какая ты красивая, устала, наверное, какие у тебя там волосики, ногти, какой был день, ты так хорошо все делаешь, у тебя все получится, и так далее. Ну, понимаете, то есть у нее появляется желание. Всегда. Почему у человека появляется желание? Это праздник. А праздник, он с чего начинается? С салютов. А нет, салюты с чего начинаются? С поджигания. Тогда что может быть поджиганием? Да хорошее расположение к человеку. Это только животные, знаете, они могут совокупляться. А люди, им надо сначала зажечь вот здесь, чтобы здесь было. У женщины там находится котел такой с двумя грудями, знаете, и зажечь нужно сначала. Зажечь не утром, а рядом с тем местом, где плюс может гореть огненным. А что происходит обычно у людей? Да это не претензии, это констатация некоторых фактов, которые происходят. Происходит вот что, даже не знаю, что там может происходить, там выяснение обстоятельств, они могут быть связаны с тем, что там ко мне плохо относишься, со мной не спишь, там, или там почему у нас нет денег, или да ты мне надоел, и там от тебя воняет, и так далее. Все это можно пережить. Но это все травмирует человека, и самое важное, там теряется то, что называется доверие. Просыпаясь и засыпая, каждый день говорите: несмотря ни на что, я доверяю этому человеку абсолютно и обожаю его. И старайтесь максимально доверять тому человеку, с которым вы живете. А в случае, если он плохо относится, тогда ему нужно больше тепла. Такому человеку необходимо больше тепла. Больше тепла — это больше гладить, больше там теплее относиться. У меня была одна подружка, она была из Мелитополя. И она мне говорит:
Андрей Андреевич, от меня муж ушел, я не знаю, как с этим справиться, что делать и так далее. Поможете? Я говорю, ну постараюсь помочь. А ушел он к другой женщине. И после этого она говорит, этот муж ушел от меня, а потом говорит, не вернется уже, 100%. Почему? Потому что он ушел от меня, и та женщина, к которой он ушел, она больше меня зарабатывает. То есть триггер стал установлен. Или он нашел свою установку. Нельзя считать, что вас кто-то любит за что-то. Это самая большая и глупая идея. Человека можно любить и просто так. То есть в тот момент, когда человек говорит, меня можно любить, потому что я там хорошо зарабатываю, у меня есть имущество, у меня есть свой бизнес, и вы это продвигаете, то у человека появляется в дальнейшем сопротивление и путь души к свободе. То есть он хочет вырваться из этих лап. То есть ему говорят, вот ты там, а я хорошо зарабатываю, да что ты сможешь и так далее. Он потом, самый простой метод это изменить одну женщину на другую, у которой больше доход. Это несложно сделать. Нужно любить просто так. Просто так. Потому что основные проблемы как раз и возникают в тот момент, когда там в самом начале была, может быть, ложь. Потому что любить просто за красоту, все состаримся. А вот когда любишь за то, что это человек, часть твоей жизни, за то, что это человек, ну он же постоянно с тобой рядом. Не обязательно любить человека за красоту. Не обязательно человека любить за интим. Потому что со временем интима не хочется, со временем красота увядает. Можно любить человека, потому что он просто часть вашей жизни. За что мы любим детей? Тире, ни за что. Тогда за что мы их любим? За то, что они часть нашей жизни. Точно так же, принимая человека в свою жизнь, мы его любим. За что? За то, что он часть жизни. А ненавидим за что? А ненавидим за то, что он делает какие-то мелкие ошибки в своей жизни. Скажите, чем отличается глупый человек от умного? Умный человек отличается от глупого тем, что глупец никогда не делает ошибок и повторяет умные идеи умных людей. А умный человек всегда делает ошибки. Почему? Потому что только умный человек учится на ошибках. Знаете такую пословицу? Поэтому если рядом с вами человек совершает ошибки, то это хорошо. Почему? Он умный. Вам повезло.